Мишку мы посадим в кресло. Часы повесим над диваном. Мячик положим под стол. Чашку поставим на стол. Стул поставим перед шкафом. Зайку спрячем за шкафом. На верхнюю полку поставим машинку, мишку, куклу. На нижнюю полку поставим зайку, самолетик, кубик. На среднюю полку поставим мячик, флажок, кораблик. Разложим овощи по силуэтам. Это помидор. Это огурец. Это морковь. Это капуста. Это тыква. Расставим предметы по фигурам. Найдем треугольные предметы. Ёлка, сыр, пирамидка. Найдем квадратные предметы. Печенье, кубик, телевизор. Найдем круглые предметы. Мяч, арбуз, солнце. Посчитаем у курочки цыплят. На заборе 2 цыпленка. Под листиком 1 цыпленок. Перед кустиком 1 цыпленок. За ведерком 1 цыпленок. Сколько всего цыплят у курочки? У курочки 5 цыплят. Поможем слонику пройти в его домик. Назовем только африканских животных. Тигр, лев, зебра, жираф, бегемот, обезьяна.
подпишись на канал.